И что-то там ба-ба-ба-ба-ба-бам, пым-пым. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, а именно в прохождение новой крутой карты симулятор хирурга в Майнкрафте. Я вас, ребята, хочу сразу предупредить то, что полностью всю эту карту я построил сам. Каждый элемент, каждый блок, который вы увидите в этой серии, я создал сам. Это полностью, ребята, моя карта. Я могу ее выложить в описании, вы также сможете на ней поиграть. И если вы хотите, чтобы я дальше продолжал разрабатывать свои карты, чтобы я дальше продолжал на них играть и также скидывать, ребята, вам своим подписчикам, я буду очень рад, если вы поставите лайк, ребята. Я очень старался, создавая эту карту, я создавал ее 3 целых дня, поэтому, ребята... Если мы наберем 7000 лайков, я вам обещаю, даю свое слово, то что я сразу в тот же день выпущу новую серию симулятора хирурга. Что самое интересное, ребята, пишите ваши идеи в комментарии. Вы понимаете то, что мы можем делать операцию любому. В этой серии мы будем делать операцию Леонардо с черепашек-ниндзя. Мы можем делать, ребята, кому угодно. Мстителям, супергероям, каким-то персонажам с ФНАФа. Кому угодно, ребята, свои идеи пишите в комментарии. И, конечно, ребят, не забываем про лайки. Я надеюсь, что вы хотите видеть следующие серии. И после 7000 лайков я, конечно, выложу эту карту в описании. Да, ребята? И также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И делитесь этим видео со своими друзьями. Да, ребята? Я надеюсь, что вам очень понравится эта карта, потому что я действительно, ребята, старался. Что нам нужно, ребята? Перед тем, как стать хирургом, тебе нужно купить себе скальпель и деревянную кирку. Какие-то начальные инструменты для того, чтобы можно делать операцию. Вот твой аванс, потрать его с разумом и купи себе инструменты. Нажимаем, ребята, и как видите, нам выдается 10 баксов, то есть деньги. И тут у нас, ребята, стоит доктор Стив. Здравствуйте, доктор Стив, и что ты сможешь нам продать? Нам нужно купить скальпель. Вот, скальпель и также деревянную кирку. У нас есть 7 баксов, мне кажется, все, что я сейчас могу купить... Нет, каменную я не могу, поэтому действительно, ребята, мы покупаем деревянную. И, к сожалению, я не могу себе купить меч, хоть мне кажется, нам нужно будет отбиваться от врагов. Поэтому знаете что, ребята, давайте мы прикупим себе яблочек, чтобы кушать, потому что... Кушать же нужно, голод у нас же будет. Ну что, ребята, как видите, кто у нас тут такой, а? Это, ребята, Микеланджело, один из черепашек-ниндзя. И давайте мы посмотрим, что он от нас хочет. Привет, Эдисон, можешь ли ты помочь моему брату Леонардо? Он съел просроченную пиццу и сейчас его тошнит. Да, мы, наверное, ребята, сможем это сделать. И как я понимаю, вот он, Леонардо, ребята. Синяя повязка, да, Леонардо. Кто там, ребята, есть? Напишите в комментарии. Если я не ошибаюсь, это Микеланджело, Леонардо, Донателло. И вот всегда вот этого последнего забываю, кто это? Леонардо, Микеланджело, Донателло. Я не помню, хоть убейте. Напишите, ребята, в комментарии, кто там есть последний. Потому что я, честно, не помню, вот честно. Просто не помню. Но, ребята, знаете что? Нам, ребята, нужно понять, что не так с нашим Леонардо. Если Микеланджело сказал то, что его тошнит и он съел просроченную пиццу, значит, ребята, нам нужно эту пиццу как-то вынять. Твою мать. С его желудка, потому что его тошнит, ему плохо, да, Микеланджело? Да, Микеланджело, тебе плохо. И поэтому, ребята, нам нужно сейчас будет попытаться его спасти. Встань на эту плиту, когда закончишь уровень. Да, ребята? Ну что, где у нас сколько кровишки, сколько кровишки? Так, ребята, ну что, нам нужно начинать искать, где же у нас пицца? Где же у нас просроченная пицца, которую нам нужно достать и которую нам нужно извлечь, ребята? А кто помнит, то я действительно играл уже много частей симулятора хирурга, я много частей, ребята, проходил, и в принципе это действительно продолжение, только уже мое. Так, где наша просроченная пицца? Я ее, если честно, что-то не вижу. Дайте-ка я немного погромче сделаю, чтобы было, ребята, все слышно. Где наша просроченная пицца? Мне кажется, она должна быть где-то тут, поэтому мы будем искать, ребята. Где же она? Где же она? Фиг его знает, честно, ребята, может где-то вот тут. Опачки, что у нас тут такое есть? Значит, ребята, я... И смотри, смотри, что там... Смотрите, ребята, смотрите, что там написано. Микроб. Значит, все же где-то у нас тут есть просроченная пицца. Так, давайте вот это сломаем. Так, микробы у нас. Нифига себе, я что-то боюсь, если честно, туда спускаться. По идее, нам же должны были выдать какие-то инструменты, какие-то мечи, вот это все. Но мне кажется, если я сейчас туда упаду, мне просто будет жопа. Ну, с богом. Иди сюда.
Нифига себе, у вас вашу мать, они меня убили с двух ударов. Они какие-то слишком наглые, как я вижу. Как бы нам их убить, ребята, как бы нам их убить? У нас нету никакого просто оружия, но убить нам их как-то нужно. Как-то тут кровь в воздухе нафиг зависла. Так, ребята, как бы нам вас поубивать, заразы вы такие мелкие? Идите сюда. Нифига, да как вы меня убиваете? Я сейчас, так, круто. Смогу ли я? Опа-на! Да, попал. Замечательно. Так, заразы мелкие, идите сюда. У вас какой-то радиус удара прям сильно фантастический. Я надеюсь, что я все же как-то смогу вас убить. Заразы такие. Они меня... Да как... Ну что, заразы мелкие, идите-ка вы сюда. Да вашу мать, микробы, успокойтесь, пожалуйста. Микробы. Микробы, а ну стоять. Как мне вас убить? Вы какие-то нереальность. Да. А ну, мелкий, а ну давай иди сюда. Мы вас по одному будем валить. Раз вы такие сильные. Нам бы, если честно... О, убил! Одного убил, другого убил. Так, что это такое? Испорченная пицца. Так, ребята, двух я убил. Да кто меня бьет? У меня такое ощущение, как будто меня какой-то нереально сильно супер... Вот смотри, кто меня бьет? Кто-то просто стоит и начинает мне сносить всю мою жизнь. Это, ребята... Так, но зато нам... Вот, я вас выманил. Еще одна испорченная пицца. И нам, наверное, нужно еще одну найти. Иди сюда. Вот я не понимаю, кто меня тут бьет, честно. Убил! Убил, и меня убили! Меня продолжают что-то убивать, ребята. Мне кажется, Леонардо, что-то у тебя не так хорошо со твоим желудком. Потому что твой желудок даже продолжает меня убивать... Просто так. Наверное, у тебя изжога, чувак. Но, ребята, мы справились, мы нашли 4 испорченные пиццы. Фу, на тебя желудок этот конченый, который убил меня где-то, ну, раз так 20, если даже не больше. Я, если честно, вообще заколебался. Но все же, Микеланджело, что ты нам предложишь? Потому что мы же выполнили твою просьбу, мы спасли твоего брата Донателло. Сделано. Еще одна проблема. Шреддер и его подопечные, они залезли ему в голову и хотят завладеть его разумом. Сделай что-то с этим, и я тебя отблагодарю. Ну, хотела бы в это верить. Так, кстати, ребята, давайте включим день, потому что ночью мне не очень хочется играть. Испорченная пицца, мне кажется, кушать мы ее не будем, поэтому, ребята, давайте мы выкинем ее в мусорку. Да, Микеланджело, не беспокойся, ни капельки, потому что мы спасем твоего брата, мы спасем. К большому сожалению, у меня кирки больше нету, нам нужно ее будет купить. Хоть бабла у меня нету, надеюсь, что нам же заплатят за то, что я спасу эту черепашку-ниндзя. А, ребят, о, кстати, мне интересно, какие ваши любимые мультики? Я вам скажу, черепашек-ниндзя я смотрел лет так 16 назад. Честно, я их смотрел, но мне было тогда так мало лет, то что, ребята, вы себе даже не представляете. Но я их смотрел, даже какой-то музончик там помню. Что-то там что-то там ба-ба-ба-ба-ба-ба-пым-пым. Я не помню слова, но я помню мелодию, хоть это было 16 лет назад. Ребята, напишите в комментарии ваши любимые мультики, смотрели ли вы вообще Черепашек-ниндзя. Если учитывая то, что недавно вышла новая часть фильма Черепашки-ниндзя 2. Я еще не смотрел, но надеюсь, что эта часть, ребята, хорошая. И как я понимаю, нам нужно искать в башке, потому что не зря же Микеланджело написал... Опа! Два яблочка, нормально. Не зря же Микеланджело написал то, что Шреддер и его подопечные залезли ему в башку и хотят завладеть его разумом. Поэтому, ребята, давайте мы будем копаться. Опа! О, какая-то нажимная плита! Леонардо. Или Донателло. Или как там тебя? Я не помню, я до сих пор не помню имя четвертого, честно. Ну все же, мы тебя спасем. Не волнуйся, мы тебя спасем. Ребята, навстречу приключениям. Кто такой? Так, это у нас Шреддер, это у нас Рокстеди, и это у нас Бип, это у нас Бибоп, ребята. Нифига себе вас тут, ребята, вот у вас тут куча. О, так, паучка я убил, не знаю, пригодится ли нам это или нет, мне кажется, тут случайно заспавился. Но все же, ребята, вы помните Шреддера, мне кажется, многие кто знает, да? Так, мы убили, ребята, Бибопа, да, это босс файт, типа его подопечные, да, они какие-то слишком быстрые, мне так кажется. Ребята, кто не знает, то Шреддер, типа, главный, а у него подопечные это Бибоп. Мне кажется, это такой кабан, да? Это кабан. И мы, кстати, убили Шреддера. Дай, смотри, что с него выпало. Так, а ты что тут делаешь, а?
Ты что, бессмертный какой-то? Не, паскуда, Роксиди. Роксиди это у нас, ребята, носорог, да? А Бибоп это у нас, типа, кабанчик, да? С них нифига не выпадает, ребята. Но смотрите, что мы выбили Шреддера. Боевой ножик. У нас есть, ребята, обычный деревянный меч, но мы выбили с него боевой ножик. И смотрите, ребята, как... Какие мы сейчас крутые. Какие мы сейчас крутые. И, в принципе, ребята, мы выполнили задание Микеланджело. Давайте мы вернемся. Вот, кстати, кнопочка. Давайте мы вернемся и посмотрим. И, кстати, вот у нас. Стань на плиту, когда закончишь уровень. Мне кажется, то, что, в принципе, все. Или нет. А, нам, наверное, нужно забрать благодарность. Я надеюсь, что он нам все же что-то даст. И мы ему сейчас, ребята, скажем то, что мы все же готовы. Я сделал это. То есть мы убили Шреддера и его подопечных. Да! И нам, ребята, дали 10 баксов! И сейчас, ребята, давайте станем на плиту и посмотрим, выполнили ли мы это задание или нет. Я надеюсь, что это была последняя часть, потому что, по сути, больше Микеланджело нам ничего не предлагал. Поэтому, ребята, да, поздравляю, ты прошел уровень! Да, ребята, и в принципе на этом мы закончим этот сам уровень. Ребята, пишите в комментарии, мне очень нужно знать. Я очень старался над созданием этой карты. Если вы хотите видеть вторую часть, какую решаете вы? Прямо сейчас бегите в комментарии и пишите, кого вы хотите видеть в следующей части. Аниматроников, супергероев, суперзлодеев, ребята, я не знаю, Gravity Falls, различные другие мультики, ребята, любые вселенные, кино, там, Warcraft, Человек-паук, ребята, все, что вам угодно, пишите, я буду следить за вашими комментариями, я также, ребята, буду дальше продолжать создавать мою личную карту, вы, ребята, сможете ее, конечно же, скачать, когда мы наберем 7000 лайков под этой серией, я сразу же в тот же день, ребята, выпускаю новую серию, когда мы это сделаем, поэтому, ребята, когда выйдет новая серия, зависит только от вас. Я всех, ребята, люблю, поэтому подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. И, ребята, я вам хочу сказать большое спасибо за просмотр, делитесь этим видео со своими друзьями и приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Мы, ребята, заканчиваем вот на таком красивом фоне, симулятор хирурга. Ребята, еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.